Вот как у людей так бывает. А так не бывает. Ну вот у людей так точно не бывает. А у кого бывает? Не знаю, мне кажется, они не люди. А вы же не такие бесы, что ли? Да куда им бесы? Протоплазмы. Кто? Роман есть такой, фантастический. Там вместе живут люди и другой биологический вид, который от людей ничем не отличается. Ни роботы и ни машины. Вот точно такие же существа. Им нужно есть, пить, спать, производить потомство. Но они не люди. Протоплазма. Материал, понимаешь? А материал, он же не может любить, страдать, жалеть, спасать, бороться, думать, я не знаю, писать стихи. Он может только принимать удобную форму. Так вот, чтобы ему, материалу, было комфортно и прекрасно. А на остальное ему плевать.